Ситуация немного проясняется, поэтому решил записать еще один такой дополнительный видосик. Тут получилась такая разметка интересная, что есть один вариант, что мы все-таки конечную диагональ делаем, а второй вариант, что мы пойдем сильно вниз. Куда вниз? Вот примерно сюда и, может быть, чуть пониже, потому что тут можно натянуть флэт. Почему так думаю? Потому что фунт. Потому что фунт, тут 3, тут 3. И тут не хватает еще 5 волн вниз. И это, если эта фигура отработает, то, к сожалению, она еще выше пойдет потом. Но после того, как даст большую коррекцию. Поэтому по фунту вот здесь take profit на 26.20, на еврике, ну, пока условно поставил на 12.10, а по факту, ну, можно как-то, наверное, 12.45 поставить. То есть ловлю вот этот шорт, скорее всего, буду крыть этот бакс, реально он себя нервы вымотал уже. Так что такой пока прогноз здесь. А по остальному, что еще, я открыл иену, ну, чисто на отскок. То есть вот это вот движение на 108.20 буду брать, оттуда стоит шорт. То есть если там посмотреть, там еще 10 тысяч на шорт. Так, что еще? Канаду пока держу, все остальное держу. Ну, как вариант, можно еще франка взять на отскок, но я взял иену. А что еще тогда? Ну, все остальное ничего не меняется. По рублю мы вроде как пошли вверх, но видите, мы еще не пробили этот хай. Только мы его пробьем, зацепим, значит все, полетели. То есть вот этот вариант нижний будет отменен. Но пока он не отменен, потому что мы не пробили. Тут могут еще пилить и пилить. Все тройками ходят, поэтому тут никаких заходных нет. Вообще по-нормальному, конечно, подтверждение роста. Это если провести здесь трендовую, и мы ее пробьем, вот тогда да, это примерно 70. А до тех пор пока могут пилить и пилить. И я подсократил немножко рублик, оставил 10 тысяч. Остальное пока что отторгую. Тут ненадежно, хочу просто закупиться реально подешевле, либо уже когда точно вверх пойдет. А по крипте ничего не ясно, так и все и сидим. Там вообще скукотища полная. По акциям тоже веселуха продолжается. Скорее всего, еще выше пойдет, но это уже не точно. Все тройками ходит, опять же, ничего не понятно здесь. А NASDAQ как пер, так и прет. Но надо ждать. NASDAQ весело полетит, но чуть позже. В общем, такие вот дополнения. В общем, в бакс надо выходить. Сегодня же ставка ФРСовская, я забыл сказать с утра. В 9 часов вечера по Москве, поэтому в это время будет веселье. Так что ждем, и потом будем смотреть, что с долларом. Там самое интересное сейчас на баксе происходит. Но сейчас надо бакс покупать. В общем, ждем до вечера.